Народ, будет коротенькое видео, монетизацию на нем отключу, смысла я в этом не вижу. В общем, пишут мне про донат уже не первый раз, то что в Веге агрессивный донат, без доната здесь делать нечего. Я понимаю, когда-то в эту игру вы играли, я не знаю, кому она была передана, но вот когда она была передана, вот в основном я так скажу, игры, которые были переданы китайцам, они отшлифованы и сбалансированы, потому что само игровое, в первую очередь китайское сообщество, оно настолько вредное, что нигде в мире вы таких, извиняюсь за выражение, вреден не найдете. Я вот так вот вышка выскажусь. Они могут и форумы все забить, и эту игру в такую, так сказать, помойку слить, что про нее никогда в жизни не вспомнят. Эта игра Вега, она была отшлифована. С 2018 года в нее произвелась шлифовка. Во-первых, на вас не могут нападать слишком сильные флоты. Во-вторых, недавно это еще все, ну, подобновилось, потому что был как бы довольно-таки сильный тоже разброс силы. То есть флот, к примеру, 170 уровня отличался от флота 180 уровня чуть ли не в 10, ну, не чуть ли не в 5 раз по силе. Сейчас это все сделали, подкорректировали, сделали нормально. Раньше на дредноуте Торусе, ну, у него было вот какого Торус. Как видишь, это слабый вооружен Торус. Он какого сейчас уровня, да? Раньше он где-то был уровня 70-го. Ну, доправок баланс, он был 70 уровня. То есть на нем можно было пойти пинать базу. Вы мне скажите, какая база 70 или 60 уровня сможет эту хренотень забить? Правильно, никакая. Я когда только начинал играть, я тоже на телефоне, когда еще играл, мне вот эта хренотень прилетала на вторую базу. Ее пинать там было бесполезно, ее просто не пробить. Меня не считать того, кинетические пушки стояли в своем приоритете. Его вообще невозможно было пробить. Потом они когда это пофиксили, он на меня перестали нападать. А так вы что? На дредах ко мне прилетали, шаурмурли, а тополя только в путь мою базу пинали. Здесь да, здесь баланс вводят. Форумы читают. Люди если жалуются, то они к этому прислушиваются. Игра постоянно обновляется, постоянно оптимизируется. И это прикольно, народ. И по поводу доната, я не знаю, где вы тут. Ну, сейчас нету кораблей, которые можно купить чисто за донат. Все выбивается спокойно. Возможно, да, раньше такое было. Но не сейчас, народ. Сейчас такого нет. Вы все можете выбить. Но на это требуется время. Донат здесь только, в принципе. Я вот объясню. Вот весь донат здесь, это, в принципе... Пойдет атаковать, вот не перехватили. Весь донат... Единственное, что дает донат, да, вы можете купить все корабли, да, вы можете здесь купить все чертежи. Можете в общем счете, ну, счете купить все чертежи, к примеру. Давай покажу. Инвентарь. Жетонное время, изготовление. Это не здесь смотрится. Да, вы можете себе покупать чертежи. В принципе. Вот, магазин есть общий. Можно себе чертежи купить, пушки, корабли, но это также можно все убить. Не хотите выбивать, покупайте. Не хотите покупать, не хотите выбивать, ну я вам не помощник, идите играть в другую игру. Чего вы пишите, жалуетесь-то? Что здесь дает реально донат? Ну, во-первых, когда вы первый раз платите, вам тут, у меня есть видео про донат отдельно, посмотрите на плейлисте. Здесь вам донат дает единственную полезную вещь, это VIP-ранг. То есть вам даются и плюс монеты, и за то количество монет, которые вам даются, которые вы покупаете, вам дается VIP-ранг. VIP-ранг, который вам позволяет быстрее исследовать, быстрее строить, немного повышен уровень хранилища. Да, до последнего VIP-ранга тяжело добраться, я согласен, это много денег довольно-таки, но он дает неплохие преимущества. Но он того, да, я согласен, стоит. Мало кто сюда, кажется, до этого ранга добивался, в основном смотрел, все на восьмом сидят. Но, извините меня, за такие вложения, которые сюда вложите, не получить никакие преимущества в игре, нафиг такая игра нужна. А здесь она дает преимущества. Сами посмотрите, какие. Но все корабли и в основном бой, который происходит, это все сбалансировано, народ. И то довольно-таки сбалансировано очень неплохо. Я же говорю, только недавно дредноут Торус был вот этот примерно 70 уровня. Сейчас он посмотри какого. Хрен ты какую базу пойдешь на нем атаковать. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать. Да, возможно, раньше когда-то был в этой игре просад, ну, прокол по поводу атаки немысленных там. Ну да, раньше вообще я смотрел там какое-то видео,
у китайцев, то что они флотами по 150 шли, там всю мелочь пинали. И базы, их флоты. Да, я согласен, они бы ничего не могли сделать. Но когда сейчас правки ввели, во-первых, тебе надо найти противника под себя. А во-вторых, тебе надо найти, чтобы этот противник стоял на месте и авкал. Потому что, если, не дай бог, ты наткнешься на противника, который не авкает, ты его можешь не запинать. У тебя даже если флот будет сильнее. Вот в чем прикол этой игры. И вот почему она мне нравится. Потому что в ней много неожиданностей. И постоянно новые корабли вводят. Постоянно ее обновляют. Постоянно модифицируют. Постоянно ремонтируют. Стоит тебе только написать, если ты нашел какой-то баг, как я написал, когда я не мог атаковать. Они его буквально на следующий день починили. То есть игра живая. Донат оптимальный. Я вот донатил сюда, потому что мне она игра понравилась. Мне она понравилась, я 2 косаря сюда влил, и все хорошо. Потому что мне эта игра понравилась. Я, в принципе, ее, ну, для себя, так сказать, купил, чтобы поиграть так спокойно. Вот и все, народ. Весь ваш донат. Я не знаю, возможно, реально, когда-то раньше он был жесткий, но сейчас он нормальный. Специально делаю видео. Буду линковать людям, которые его, так сказать, ну, так пишут, то, что она слишком донатно-агрессивная. Вот донатно-агрессивные игры, да. Вот на телефоне, который я сейчас, ну, для телефона, для мобильных устройств игры, которые я снимаю. Вот это, народ, есть агрессивно донатные игры. Это настолько агрессивно донатные, что иногда становится просто, бляха, дурно. Всем удачи, всем пока.